Всем здравствуйте еще раз, кто не видел. У нас свет до сих пор не включили, но с Брэксбери пришло письмо, что нам посылка пришла. Поехали мы в город. У нас 3 часа дня, и до 3 они обещали свет включить, но пока не включили, но все равно. Там все переключил, все убираю, едем в город. Молодой гвардии 8. Забил навигатор, и можно по кругу объехать, а можно напрямую. Я вот думаю, мы на переезде зависим или нет. Тут прямо, Юль, за переездом, недалеко. Давай через переезд, и все. Через переезд. Точно думаешь, молодой гвардии, да? Да. Бизнес-чаты. Улица Молодой Гвардии, дом 8. Да, все правильно. Ну все тогда, поехали. Ладно, напрямую мы едем. Если что, зависнем в этом. На переезде постоим. Потому что ну, тут петлю делать, если через объездную, больно уж долго. Тарарирарарарам. Все, выключай пока, Юлечка. Заряжу сейчас. У глушихи вас всегда возим. И всегда забываем показать. Здесь у них дома деревянные делают. Давно уж стоит. Начинали с 2 домиков, сейчас целое производство у них. Деревянное, рубленное. Но у них не рубленое, наверное, на станке они их. Да, дома, беседки, что только тут не делают. Бани, всякое, рандон. И тут у них домик с этой травой небольшой есть. Вот это. Этому домику уже много лет. Как они только начали. Мы глушиха. Все-таки ехать мы решили через переезд. А вось повезет. Ну, неохота мне петлю делать, поэтому. Потому что там за переездом у глобуса машину бросим. Нам еще в глобус надо сходить. Ребрушек копченых. Маринованных, свежих купить. В духовке запечем вечером. Из-за этого. На Молодую Гвардию не поедем. Тут у глобуса где-нибудь тормознемся, машину бросим. Пешком там прогуляемся по Новецку. Все. Глушиха. Сегодня пятница у нас. Народу едет в деревню. С города все валят. Вечером вообще тут было столпотворение. Еду, конечно, на Саньонге, вот после Ниссана. Не знаю, недооцененный автомобиль в плане комфорта, мощности. Ну, блин, совершенно другая машина. Дури, конечно, в нем, хотя движки одинаковые. Комфортнее гораздо, подхватывает чуть-чуть газку. Ну, тут у меня, видите, автомат, может, переключать. Там-то я сел на пятую, и на пятой везде прешь. Не знаю, ну, конечно, это комфортнее. Ну, здоровая, конечно, ни к чему такой, блин. А микроавтобус целый. Что там тут? Недолго уже осталось. Кстинина. Заезжаем. Кстинина. Золотые купола душу мою радуют. Смотрите, они как на солнышке у них здесь блестят. Красотень. Солнце, но вот здесь не блестят, а вот там сверху едешь вообще. Блеск, шик, красота. Церковь Ксенинская. Вот на заместо этой школы вот здесь кладбище было. Когда строили тут ее, костей море. Ну, мы вам тут все показывали. Приготовьтесь, через 2 километра 300 метров возьмите левее. Понятно. Подъезжаем к переезду. По-моему, нам сегодня везет. Переезд. Вот здесь обычно народищу стоит, поездов ездит. О-хо-хо. Так, нам вот там подальше сейчас парковку будем искать. Да погуляем здесь пешочком по Новецку. Посмотрим.
Там, наверное, автосервисом можно, да, как в тот раз? Ну, да, там. Где-то там, за домами. Мы здесь тормознулись. Оп. Пешком там сейчас по дворам погуляем. Хе-хе, машина-то у нас, конечно. Все, пойдемте искать. Мы потом сюда вот, в глобус сходим. Не знаю, видно, видно. Да, здесь парковаться можно только с той стороны, а здесь, по-моему, сплошная. Нам сюда не встать будет. Здесь ребрышки у них классные продаются. А нам туда, подальше. Смотри, сколько снега. О-хо. Мы в Новецке дворами путаем. Здесь ни разу не были. По навигатору идем. Смотри, там сколько уток. Сейчас мы вам багажим. Утки. А утки уже летят далеко. Интересно. Кормят все уток. Речка. Смотри, сколько они, наверное, тут зимуют, да? Вода чистая. Добро, нерви, жирненькие. Местная достопримечательность. Жирненькие, да? Вот так здесь разводят. Одна вон бегает. Идем дальше мы. Какой дом интересный стоит. Крыша трехэтажная. Большой. Табличек нету. А, магазин какой-то. Василек. Да. Так, мы, может, с тобой здесь пройдем? На карту посмотреть. Мы по карте идем. По навигатору на Vitel у нас ведет он. Где-то вот здесь во дворах будет. Нашли мы. Молодая гвардия 8. Выключаю или я эту камеру сейчас включу? На этом. Самовывоз, блин. Здравствуйте. Нам бы забрать. Хорошо. Чуть не закрыл двери. Все, да? Вам номер заказа? Да. Последние 4 цифры. 4000. Мусихин Дмитрий Александрович. Код? 4078. Не надо паспорта, Юля, по коду. По коду выдают. Здравствуйте. Открывать будете проверять? Нет. Все, спасибо, до свидания. Что, пойдем? Только не легенькие они. Не легенькие. Включай камеру сразу же. Ты не закрываешь двери, Юль, никогда почему-то. Нет, они закрываются вручную. Покажи. Мы даже скрывать не стали. Ну, что скрывать? Амортизатор, амортизатор. На фотках и увидел. Деньги уже уплачены. Правда, мы это, авито, доставка их. Покупали, можно и было посмотреть.
Меня ничего смутили, что они коротенькие. На фото они должны длинные быть. Я потом посмотрел, они, оказывается, раскладываются, складываются. Здесь же поршень ходит. Что, обратно здесь пойдем? Пойдем. Идем по другой дороге. Здесь тоже утки. Под ногами мешаются. Смотри, здесь тоже целое стадо их. И здесь, наверное, подкармливают. Да? Они такие жирненькие. У нас ничего нету. И голуби с ними тут же. Нету у нас хлеба. Мы не знали, что вы здесь есть. Пойдем, Юлечка, покажем Новятский механический завод. Мимо проходной пройдем. Хотя можем вот здесь свернуть. Пойдем и там вот покажем. Вот там у нас механический завод Новятский. Оборонная промышленность делает крылатые ракеты дальнего действия. Типа, я не знаю, Искандер, наверное. Все засекречено. Ну, тут не только ракеты, конечно, делают. Лыжи еще делают. Нет, лыжи там делают, не на этом. Это у нас очень серьезный завод. Здесь машины, автомат раньше делали, Вятка автомат. Сейчас не знаю, даже делают. Нет, наверное, не делают. Конкуренция давно их задавила. И все. А вон Новятск. Вон там. Сейчас вон выйдем на дорогу, наверное, Юлечка вам покажет. Будет видно. Чук. Смотри, тут мусорочки, все культурно. Не то, что у нас в деревне. Вот он, проходная, гигантский завод. Что здесь только не делают. Ну, в основном оружие шлепают. Юля, пошли быстрее, покажи завод. Тебя здесь арестуют, здесь снимать нельзя, давай быстрее. Не пали хату, а то у нас сейчас еще объяснять придется, для чего мы снимаем видео. Здесь же оборонный комплекс. Сейчас за нами, да, уже придут. Все, мы сейчас выбросим сначала, потом в магазин сходим. Что сделали? Пойдем покажем. Заходи сюда. Смотри, руб валяется. Я руб нашел. Ва. Покажи им близко камерой. Опыт еще не потерял, монеты вижу. Значит, все замечательно. Сейчас мы его быстренько покажем. Что за амортизаторы. И пойдем в магазин сходим еще. Что-нибудь купим на вечер еды. Нифига их тут запечатали. Вот они. Видишь, они вытаскиваются. Меня сначала не показались. Думаю, почему они такие короткие. Сейчас я погоди, брошу. Япония. О! Да ну, не делай, да. Надо, надо. Вон они. Чик, ставятся. Передние, отбойные. Ну, их ставят, так сказать, прокачивают, чтобы воздуха не было. И все. Вот они вытягиваются плохо, а затягиваются хорошо. Все. И задние. Комплект у меня, в общем, вот. Пойдем в магазин сходим. Купим что-нибудь поесть. Пошли, Юля. Сейчас мы вас по магазину проведем. Я не знаю, куртка там у меня мешает, не мешает. Возьми. Фруктов можно на обратном пути взять. У нас так-то есть. Подержи, я камеру подтяну чуть-чуть. Да, у меня она нишка лежит. Блин. Вот так, наверное. Давай. Привет, здорово! Привет, привет. Как обычно с камерой, да? Как обычно. А мы посылку забирали так по пути за продуктами. Я пойду пирогу.
Крылышки, крылышки. Крылышек, да, наложь себе, пожалуйста. Штук 8. Ребрышек нет, да? Что? Ребрых нету. Нет, замаринованных. Не бывает у вас. Бывает, все понял. Молоко-то есть дома? Да. Целую упаковку вожды уже. Замечательно. Пиццу мы еще берем. Ты карту-то взяла? Все, спасибо. На, будешь носить пиццу. Что, еще больше не брать? Пить что-то хочется. Смотрите, тут у них все есть. Пельмешки. По-царски. Котлеты. Все-все-все. Прикольно. Можно не готовить, купил и все. Что ты взяла? Клади. Оп. Пойдем тогда на выход. Погоди, рыбу посмотрю. В связи с спецоперацией на Украине корм подорожал. Кошачий. Котики пострадали. 18 рублей был. Два китикета возьмем. Китикет, ё-моё, это 25,90. Это вообще 32 рубля стоил. Котики пострадали. Хо-хо. В очереди стоим. Пятница сегодня, народу много после работы. На, ты пиццу понесешь, а я понесу эту. Все. Выходим. Та-ра-та-м. Готово. Переезд открыли, друзья мои. Все, выезжаем, отсюда все взяли. Пиццу взяли, еще и перекусить что-нибудь взяли. Я не знаю, что, может, сегодня этот ролик Юль выпустим. Два ролика вам будет коротких. Забрали мы амортизаторы. Сейчас у нас идет... Когда? 4-го? Пэком. В Пэк мы поедем. Там за просторами. Может, еще в просторы сходим. Столовку. Опа! Блин, машину бы помыть, да неохота. И 4-го отвозим. Там постоят нам его. Все четенько. А что, что там грязно? Есть новое видео с парковочного режима. Красиво. Откройте галерею, чтобы посмотреть. Что у меня опять весенняя пора начинается. По шею в этом. Поехали, что ли? Итак, друзья мои, мы выезжаем. Там сейчас как раз... О, светофор включился. Нормально. Юль, выключи радио, пожалуйста. Нажми просто на него. Да. Все, выезжаем. Но, надеюсь, мы на этот не попадем. Чуть скорость не переключил. Все, парюсь с этими скоростями. Но же автомат, конечно же. Автомате. Я сегодня на автомате еду. Все забываю. О, смотри, там как летит дядька. Как бы он нам не впер в крыло. А, покажи город. Повезет нам второй раз, не повезет. На переезде мы. Интересно, застрянем или не застрянем. А там мы заезжаем вверху. Ну, а сейчас только поезд прошел, я так понял. Потому что такая колонна машин шла. Сегодня у нас пятница, все едут еще с города. Здесь-то надо не ощущаться. Вот сейчас за Чепецкий поворот уедем и... Ого-го-го будет. Не, нормально, смотри. Нам сегодня сказочно повезло. Обычно мы здесь не ездим. Здесь... Да, здесь постоянно очереди. Смотрите, как нам повезло сегодня. Вот это да. Мы приехали, сейчас будем переводить все.
Обозрение, шепчет двигатель. Так, свет, друзья мои, свет. Оп. Оп, свет включили. Все замечательно. Все, мы пойдем. Всем пока, удачи, приятных всем выходных. Всем пока. И я не знаю, когда мы. Эти поставим штучки. Поставим. Да, Юля, покажу вторые это. Они тяжелые. Юля все говорит. Думала, легкие. Это передние, а вот есть задние еще. Ну, у меня 4 штуки их по кругу. Все. Это уж после покраски. Дядя Леша, загоним и все. Все покажу. Всем пока, удачи.